Короче, мод, блядь, не подходит почему-то. То ли он там для некстгеновской версии, то ли чё. На деньги торговцам. Пизду. Короче, сейчас подкручу, наверное, цены. Чтобы продавать ему барахло все-таки. Настройки, моды. Так, дополнение, экономика. Чё там, блядь? Продажа, покупка. Множитель цены продажи, подожди. Качество категории. Так, наверное, вот это. Так, ну давай один и проверим, что там будет. Выш, покажи мне. Так, чего там, блять? 4000. Слишком дохуя. Так, ну купить я могу за 1%. Тысяча, блять. Блять, ну это у него купить дохуя надо, чтоб. Что-то ему продать, блять. Давай позакупаем всю хуйню. Кортики, хуёртики, вот это все, блять. Крафтить потом будем, блять. Это что за хуйня, инвентарь? Вот у него уже 500. Так, ну цену все равно уменьшить надо. Моды, дополнение, экономика, покупка-продажа. Было так. Покажи мне свой товар. Так, теперь 900, блять. О, на тебе мечик. Соответственно, блять, всю эту хуйню скупить можно. Так, это чё, пергамент? Улова, блять. Всю эту хуйню, блять, нам пригодится, нахуй. Будем крафтить, нахуй. Это что, блять? Пруд, блять, какой-то. Так, опять, блять, кончилось бабки, нахуй. Да, блять, дубинки стоят, конечно. Компонент. Этих компонентов понаскупить, потом крафтить придется все равно. Че это? Чешуя, блять. Будем крафтить, нахуй. Эссенция, блять. Осип нахуй всей этой хуйни. Так что, блять. Сейчас мы тебе толкнем дубинку, блядь. Все, блядь, заебал. Сиди. Не выебывайся, блядь. Так что. Забирай, блядь. Все, в ноль. Оставили ему хуйню. Так. Ремесло, блядь, починить. Нихуя. Ты че гонишь? Что-то, блядь, цена починки такая охуевшая.
так это хуйня. Ну-ка, блять. Смотрим настройки. Моды. Дополнение, экономика. Категории, качество, чего там, блять? Цены крафта, блять. Ну-ка, если на ноль будет, что будет у него? Покажи мне свой. Так, починить. О, цена 1.6. Вот это, бля, я понимаю, нахуй. Так, ну и теперь разберем. Так, все, мы, блядь, с инвентаря еще достанем. Что у нас там, блядь, с тайника? Тайник. Всю эту хуйню к себе перекидываем. Все разберем, блядь. Вот так. Кайф. Вы шпионы? Покажи. Так. Разобрать всю эту парашу. Я что, может, серебряный меч? А где меч-то этого, блять? Как он называется-то, блять? Блять, нихуя тут надо чё, блять. Метательная. Ингредиентов каких-то не хватает, блядь, ебануться. Я не понимаю, а где рецепт меча? У меня же был рецепт. Не понял. Так, ладно, иди, короче, в жопу. Бывай. Я думал, он крафтить может. Может, я сам могу крафтить? Ну-ка, блять. Ремесло, блять. Он-то сам нихуя не может. Стальной меч. Вот он. Ёбаный. Яд чудовища. Это что за хуйня? Так надо скрафтить. Яд нужен, короче, и руда метеоритного железа, нахуй. Где это взять-то, блять? Так, ремесло. Ну это разбирать не, но он может.
Короче. Так, откуда мы можем яд вы взять? Шпионить? Тихо, блядь, не пизди. Так, давай разобрать. Что такое можно разобрать, чтобы лутануть? Яд. Яд с чего можем лутануть? Образец крови, блядь. Это чё? Так нихуя по сути нету, блядь. Ключ с лилиями. Сапфир, пыль. А яд-то откуда взять, ебаный покос? Может, у какого-то алхимика ебучего, блядь. Чешуя, снаряжение, блядь. Вот это что, блядь? Мусор какой-то. Светящаяся руда, алмазная пыль. Вот метеоритная руда, по-моему, нужна. Так а яд откуда взять? Яд чудовище, блять. Это что вообще, блять? Откуда его брать, блять? Ладно, иди нахуй. Короче, что там? Ремесло, блять. Улучшение. Это все хуйня. Стекло, блядь. Че, у меня стекла нет, что ли, блядь? Так, разобрать. А, бутылки, блядь. Вот стекло. Главное, сделали, блядь. Три стекла, нах, нормально. Давай. Еще, блядь. Это что? Ну яд я хуй знает, откуда брать пергамент, волокно. Бывай. Че я сам могу крафтить? Так. Порядочить. Накрыть. О. Вон что, сколько хуйни всякой. Че, отсюда яда не будет, что ли? О, блядь, сколько параши всякой. Алхимия. Давай. Ремесло, алхимия. Ух ты, блядь, сколько всего делается-то. Ну, чайки дохуя надо. А с чего она делается у нас? Основа чайка. Дохуища мозгов. Дохуища костей, блять. Ебать. Миллион печеней, блять. Тимирская и пустая бутылка. Ебаный по голове, блять. Сало, нахуй. 0 плюс что это, блять. Бутылка воды. Ебать, тут все скупать надо. Мешок дрожжей, блять. Откуда их брать? Пиздец. Ясно, нахуй. Американская смесь. Ну это надо к алхимику ебучему. Баба там будет алхимик, надо у нее скупить, блядь, всю хуйню. Пиздец, просто, блядь. Я, ну, вот как, сука, разработчик мода, блядь. Ебать, придумаем кабинты, нахуй. Повязка, блядь. Пускай, блядь, там будет, блядь, язык утопца, нахуй, и 4 мозга, нахуй. Это что, блядь? Как, нахуй? Как до этого можно было додуматься, нахуй? Это вообще нихуя нельзя скрафтить. Потому что неизвестно нихуя. Я понял, блядь. Бомбы, нахуй. Тоже, блядь. Кринж. Эссенция света, блядь. Я надеюсь, у них по миллион будет крафтиться, блядь.
Потому что это залупа какая-то, блядь, реально. А да. Пошли попиздим с этим бакланом. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. Ты чё, блядь? У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Герард, да так, из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву, а это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона, я могу сидеть сложа руки или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор грифон нападает, где попало. В деревне, в полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эзон Яктон. Так. Как обычно, к этому... К Мыслову, наверное, надо идти. Этот, кстати, а типа этого Бастина-то мы искали, нет? По-моему, не искал я. А где лес? О, этот. Мыслов-то этот, блядь. Вот тут, что ли?
Ну или тут, или вот тут, блядь. Сейчас проверим. Так, задание. Не, ну к Тамире-то точно надо зайти. Надо мысленно сначала найти, где он там, блядь, какой хате живет, я уж не помню. Сейчас позырим. Так, мыслов. Ай, блядь. Может тут? Или тут он, или вот в этой маленькой хуйне. Ну давай. Компоненты в гнездах. Где, сука, я 10 яда найду на мечи, блядь. Это вообще пиздец. Это вообще какая-то хуйня. Так, что это? Удочки какие-то, блядь. О, кто-то повешался, нихуя. Где хата этого, типа, вот тут, что ли, блядь? Белый сад, деревня. Где этот ёбаный мыслов-то, блядь? Допустим, в эту сторону идем. Нихуя не видать ни мыслова, никого нахуй. А, во. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь? Нильфгаардцы здесь что-то отмечали, но Грифон их прервал. А где мыслов-то тусуется, блядь? Ёбаный в рот, нахуй. Или может в этой хуйне он, блядь. Сука. Че, его разъебали этого мыслова или чё, блядь?
что я вкурить не могу, блядь. Где его дом-то, блядь? Быстрей. Он же там где-то был. Искал этот, блядь, кореша своего. Уж вот эта хата, блядь. Ну, все, все, все. Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Немысловская хата по-любому. А где мысловская хата-то, блядь? Лесопилка, блядь. Пиздец. Может, здесь, блядь. Еще бабка со сковородкой там была где-то. Это, блядь, травника. Травницы. Домик. Сука. Так, блядь, сюда всю эту хуйню. Блядь, где мыслов? Вот это пиздец самый. Сука, я не помню, где его хата. Ёбаный рот, блядь. Да? Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелителя в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы? Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Неннеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе места, пока не попала сюда. Вот и вся история. Так, травы, грифон, Клара. Так. Это грифон или... Я на том разлеглась, блядь. Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известные из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, пиздец, сиськи, и что-то сделали, пойдет не конечно, так, охуею. Вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была Захаровна. Моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор.
Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но... Ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Животный жир. Ну когда с ней пиздели, что она легла, блядь. Пиздец ей. Или кажется, что нарисовали пиздец. Да. Так, травы. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что найдется. Теперь все это барахло надо скупить как-то. А че рецептов никаких нету? Это вообще какой-то, блядь. Бутылки надо. И данскую сразу всю хуйню. Масло хуй знает. 7 литра. Так. Порошок. Спирт. Ну-ка, если и спирта ебануть. Оп. А покупаю я так. О, нормально, блядь. Объебал, получается. Ах. Ну и все скупить, в принципе, хули. Так, давай спиртяшки. И все остальное тоже будет. Так, заебись. На бабки развели. Теперь что мы можем делать? Бомбы. Нихуя, только селитра появилась. А чё тут-то, блять? Пустая оболочка бомбы. Основы, блять. Он по одному крафтится, это вообще пиздец. Будь здорова. Так, может, в ремесле где-то было? Улучшение компонент. О. И здесь нельзя сюда, блин, ебанись. А где он, блядь, тогда может их создавать? Короче, блядь. Вот этот яд, это вообще пиздец. Откуда его взять, нах? Ладно, иди в жопу, блядь.
Я вообще в ахуе. Кто делал мод, блядь? Теперь мысла в этого найти, блядь. Где его деревушка, блядь? Пиздец, я не помню. Вот этот домик по-любому. Ну, все, все, все. Тут нихуя никого нету, блядь. А, закрыто. И какого хуя закрыто, вообще не ясно, блядь. Я там вообще-то пошариться хочу, блядь. Погоди, блядь. Короче, этот ебаный Мыслов, блядь. Либо он есть, либо все, пиздец. Вот только вот отсюда. В какую сторону идти, чтобы он за собаками шел? Может, здесь, блядь, эти собаки. И мужик, который помер. Или вот здесь, я вот это не помню. Тут собак не видать никаких. Мужика не видать помершего. Хотя вот где-то вот тут прям, наверное, он и был. И почему его теперь нету? Или может его тут не должно быть? Тогда давай, блять, вот здесь. Может быть, вот здесь он. Там должны быть собаки. Должен быть сам этот Мыслов. Вот собаки. Разбежались, блядь. Короче, походу, блядь, если я сейчас обыщу это гнездо, то у меня и не будет нихуя ни Мыслова, блядь, никого. В принципе, да и пошел он нахуй. И так, блядь, известно, что там, блядь, голубок какой-то был, блядь. Похуй, короче.
сожгли. Это мог сделать только человек. Так, тут все понятно. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая кость, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Ну и чисто интересно, там появится у хаты кто-то, нет? Вот это я вот. Стоит битва с грифоном, вроде как, не помню, сколько ему там ставил, 1.5 модификатор урона, сейчас позырим. Бомб нету нихуя. Так, что тут не появился, не видать никого. Вот он, ёбаный, блять. Здравствуйте. Хули здравствуйте то блять. Добрый день. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Ну уже теперь не послушаешь, блядь, что он рассказывает. А где он до этого был, ёбаный будак? Ну и пошел ты в жопу, сука. Нихуя, что ты делаешь-то? Фу, нога собачья. Чего? Сделаю себе прощу и поймаю медведя. Приветствую старого. Покажи, что тут. Так. Можно у него скупить всю эту хуйню. Так. Скупать, в принципе, пускай. Так, сейчас я тебе, блядь, продам что-нибудь, заебал. Ну-ка. Так, 0-0. Махиня. О. Вот так вот, блядь. И обратно. Да, в принципе, все закупим у него, блядь.
Так, и еще разок. Где там эта хуйня? А вот. Все, заебись. Бывай. На полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Руки Нильфгаардского. Хайл Хирзайр Эр Юглуэр Энд Фиэн Эс Нар. Не понимаешь, что написано? И неудивительно, ведь это по-нильфгаардски, но скоро весь пир будет говорить на этом языке. Так что лучше начать его учить уже сейчас. А ваш покорный слуга поможет вам в этом за небольшую плату. Эрнест из Викавара. Разыскивается дезертир. Прошлой ночью солдат бежал из военного лагеря под покровом темноты. Разыскиваем новобранец, недавно вызвавшийся вступить на службу его императорского величества. Представляется именем Одрин. Он утверждал, будто бы был рожден в Каэдвене, но по его словам, скверное правление короля Хенсельта сподвигло его на то, чтобы вступить в ряды армии императора. Он оставался в онных рядах в течение 2 дней, однако выпил и съел за это время больше, чем целый драгунский полк. Всякий, кто может предоставить сведения о местонахождении этого дезертира, должен немедленно явиться в гарнизон. Словесный портрет. Телосложение среднее, жилистый, лысоватый, бежал в одном из подним, выбравшись через дренажную систему нужников, а потому, возможно, смердит от него, как от старого борова. Особые приметы: с легкостью может быть узнан по хриплому голосу, свидетельствующему о его неумеренном и продолжительном пьянстве. Всякий, кто предоставит беглецу укрытие или пищу, предстанет перед военным трибуналом. Одолжу плуг. Эй, мужики! Кто может плуг одолжить, а то я свой об камень в поле погнул. Да так, что если и черта в него запрячь, то все одно поле не вспашешь. Радзим. Новый порядок. В этот четверг все окрестные жители приглашаются послушать речь офицера Петера Сара Гвенлеве относительно законов, которые скоро будут действовать на этих землях. По воле милостивого нами правящего императора Эмгира Варемрейса. Присутствие не обязательно, однако всякий обитатель Белого Сада должен бы воспользоваться случаем и узнать, какие права и обязанности он получит при наступлении нового порядка. Добрые люди, вы живете теперь не в варварской земле, где всякий делает, что ему вздумается, но в Нильфгаардской империи. Нильфгаардские законы отныне защищают вас, но и налагают в то же время некоторые обязательства. Войска императора принесли вам светоч просвещения, и если вы примете его из наших рук, темное лихолесье, в котором вы пребываете, скоро сменится новым светлым веком. Помощь неимущим. Имперский гарнизон сообщает, что беднейшие жители деревни могут получить продуктовый рацион. Рационы эти будут распределяться среди просителей, способных предоставить документальные свидетельства своей бедности. Обманщики же будут наказаны, как и любые другие воры, во всей строгости закона. Так, ну это я уже читал, это тоже было. Что? Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Ну, Чешко. Послушай меня внимательно. Никогда эту песенку не повторяй. Никому. И с Чешко больше не играй. Но ведь Чешко мой лучший друг. Ну чего опять? Дурачок. Так, корчму. Так, тут что-то не входит он. Кстати говоря, хотел заглянуть и посмотреть в умениях, чего там. Так. Быстрая атака, базовое умение, любым типом оружия. Так. Изувечить цель, и ими проще нанести другие критические эффекты, но они не так эффективны против бронированных соперников. Скорость на 10.
Ну, я типа все прокачал, у меня было все по нулям, блядь, я все один хуй прокачал. То есть по итогу не ясно, блядь, как это сработало все. Ну, проценты какие-то, блядь. Ладно. Кровотечение. Вихрь. Не, ну раз работают все способности, значит они есть. А может это не так работает? Вот это вот что, блядь? Расход выносливости. Замедляющего увечья. Так, скорость мощных атак. Шанс ошеломить. Пробитие. Критический урон. Разрыв. Тяжелая рука. Удар в блок 100% пробивает. Заебись. Угол безопасного ворота. Урон снижен. Точность. Замедление времени при прицеливании. Пробитие доспеха при стрельбе. Кровотечение. Стойкость. Стойкость это что, блядь? Это белая полоска. Адреналин, чё, похуй? Не ясно нихуя. Так. Каждое очко адреналина снижает урон, хуй пойми. Накопление адреналина. Так, знаки. Тут урон неплохо. Шанс поджечь 94. Щит 859. Дальность, урон. Так, ну это если зажать. Обморожение какое-то. Что замедляет противника, вообще круто. Так, срок действия. Так, альтернативный, что это? А, это типа вот эта светящаяся хуйня. Квен. Отражает урон. Все
все возможности в диалогах. Ну, прям то, что надо. Контроль. Так, вот это вот простой мутаген, как побочный продукт. Так нахуй я его не вкачал? Я думал, побочный эффект там зелье какое-то будет. Вот это. Так, зелье варенье. Длительность, лихорадка, мутаген, это заебись тема. И мутагенератор не нужен. Истощение масел не снижает эффект, закрепитель. Еще одно масло. Эмульсия разбавляет масла, снижая силу их эффекта до 75 максимальной. Впервые получаю урон от взрыва бомбы, противник 30% сопротивляемость урона этого типа. Максимальный порог интоксикации. Адаптация.